Люблю грозу в начале мая, когда весенний теплый дождь, как бы взрываясь и играя, грохочет, играясь, наверное, грохочет в небе голубым бомб. Небо посерело везде. Я успела посадить какие-то цветочки, какие купила, и собрала даже немножко вот морковки, там щавеля. Что-то еще хотела, еще лук-порей собрать, но уже не успела. Ой, с этими цветочками, да. Сейчас под дождь попаду, наверное, когда из автобуса выйду. Главное, чтобы он приехал вовремя, потому что он почему-то совсем не уехал вовремя, когда я со станции метро его ждала, уезжала. Он почему-то опоздал. Вот. А вот так машины вот продают, кому надо. А вон и, ну, как, так же, как и в России, в принципе. И даже вон какой-то штрих-код. Этот, не штрих-код, а этот вот. Отсканируй меня, чтобы характеристики его прочитать. Ну, и телефон. Так вот все по-современному. Вот этот баркод называется, как он называется, этот вот квадрат-то. Ладно, неважно. Мне главное, чтобы автобус пришел. Ой, так все заросло на участке. Ой, вообще просто я с этими посадками цветов ничего не успеваю. А спаржа даже уже переросла. Я не стала ее срезать. Думаю, ладно, пусть тогда несчастная. И так она уже сколько пыталась пустить эти отростки, а мы их все съедали. Ну, то есть не мы, я мужу делала. Вот, потому что он салат особо не любит. Ой, птицы. Птицы как-то вообще в шоке. Птицы вообще в шоке, конечно, да. Вот, они немножко это испуганы. Гроза будет сильная, обещали ночью. И завтра. Хотела в субботу приехать. Не, придется в воскресенье приезжать. Потому что в субботу, скорее всего, полдня будет лить. А в воскресенье мы поедем. А может, не поедем в магазин. Не, мы, наверное, в субботу поедем. А в магазин в воскресенье поедем. Не знаю. В общем, в понедельник автобус не ходит 1 мая. Вот, поэтому я буду сидеть делами, заниматься дома. Дел полно. Все, всем пока. И вуаля, дождь пошел, но я успела, ну чуть-чуть, пришла зонтик открыть, вот, свежестью такой сразу запахло, я так люблю, ой, такой дождь весенний, цветочки скоро распустятся, а вот у меня какие колокольчики, красавцы. А сюда я лемонграсс мадагаскарский и герань. Герань у меня, которая от комаров, ароматная. А это ситронелла мадагаскарская. Вот, ну еще у меня тут другая герань. А еще сегодня третью купила, я на даче ее оставила, пересадила в горшок. Она шоколадно-мятная герань. И от нее цветочки можно есть. И листики в чай засушивать. Но она немножко токсичная. А картошка... Ой, засохла совсем. Картошка, она такая фиолетовая внутри. Вот и я пересаживаю эти томатики разные. Тут у меня гранаты два. Вот это я вот все, что пересаживала. У меня просто посудина закончилась, вот эта вся пластиковая. Я после работы на дачу поехала. А вот такая кислица. Я уже одну кислицу повтыкала там. И повтыкала. Пришла. Кислица пурпурная. Вот она вечером закрывается. В горшочке повтыкала. И вот эту надо будет еще тогда взять, повтыкать. Но на зиму вроде их надо будет забирать в помещение. Они немножечко не очень холодостойкие. Розочка. Это роза такая она. Почва покровная. Цветет вообще все. С мая по октябрь. Но у нас на даче тоже там розочки уже начали цвести.
Вот баклажанчик у меня тут один. Один армянский огурец. А у меня был такой уже, кстати. Он был, правда, итальянский назывался. Ну, не важно, армянский, итальянский огурец. Мне он нравится беленький. И вот такой кивана. Слабоватенький, ну то, что осталось. Потом мак. Это мак восточный. А это у меня мак исландский. Вот. А это какой-то констемон. Ой-ой-ой. Вот. А вот мои эти тропические шайоты. Они уж все скукожились, потому что им уже в землю надо бы. А я все жду, когда моя, ну, вот, святой лед пройдет после 13-го. Все тропические надо сажать. Вот цветы у меня разные тут. Вот еще томатики. Это лук-порей у меня. Вот этих тоже надо будет пересаживать. Ну и тут разные у меня. Ой. А гурдыни. Не знаю, что от них будет с ними получится. Ну, это разные какие-то, по-моему, дыни, которые у меня из моих семян. А, нет, не это из моих семян. Вот это из моих семян, вот какие-то дыни. А это у меня Грей, Стом Грей, это арбузы. Какой-то Грей, Стом Грей, арбузики. А вот это, наверное, кабачки, это, наверное, не тыквы. Это то, что у меня вот как раз с семенами дыни просыпались. Я их это в землю повтыкала. Ой, какая гусеница жрет. Это я в магазине ее так купила. Жрет в наглую мою гвоздику. Она вылезла. Сейчас я ее сброшу туда, с балкона. Она мне жрет все цветы мои. Ничего себе. Надо же так в наглую просто вон. Жрать. Это муравей. У меня тут зверинец просто. Вот, в общем, это либо тыква, либо кабачки. Но что-то много все зашло. Это у меня томаты. В биомагазине, в ботаническом магазине куплены 3. Вот. В общем, один баклажанчик я купила. Белый, по-моему. Да, круглый белый. А другие у меня баклажанчики, вот, по-моему, вот они, баклажанчики у меня. В общем, у меня такой бардак тут, а они забудки, да? Но уже они отцветают. Красиво, я хочу их на балконе посадить. У меня, кстати, посеянные мной в том году не забудки, вот, и в этом году они цветут там. Ну, а их немножечко какой-то грибок или что-то такое поражает, белый налет такой. Вот, в общем, все, ладно. Хватит на этом. Все, всем пока-пока. Да, сегодня у нас 28 апреля. Пока. И всем пока.